какой группе, вдруг это пригодится на экзамене. А если вы поступающие и хотите пойти учиться сюда, может быть, это зачтется плюс 10 баллов. Пожалуйста. Товарищ Гвардии, полковник, вот хотелось бы задать такой вопрос. А вот, есть ли такая возможность у обычного, ну, гражданского человека, да, полетать на боевой машине? Есть такая возможность, надо поступить, пойти на комиссию, поступить в высшую военно-авиационную училище. А я так понимаю, судя по вашему профессиональному обращению, вы проходили службу в рядах вооруженных сил Российской Федерации? Нет, я просто военный кафедр. А, с отличием профессионального. Ну, дело в том, что когда мы поступали на, ну, военные вузы, не было набора. Понятно. Сейчас набор возобновился. Летчики очень востребованы в нашей стране, в том числе военные, поэтому мы уже спросим. Так же, как и востребованы летчики, на самом деле, сейчас у нас востребованы военные инженеры, как бы. Согласен. И инженеров тоже мы ждем. А вы студент или? Ну да, я студент. А что так грустно? Ну да. Нет! Давайте уточним, за какой курс? Студент 5-го курса, ну, скоро предстоит расстаться с университетом. Вот, все вот это жалко. Да, а так нужно радость, а то здесь будущие абитуриенты. А спасибо. Пожалуйста.